Было интересно, во-первых, за время работы, да, в ресурсном центре появилось понимание, что сейчас тема социальных проектов все больше нарастает, все больше организаций интересуется, и, соответственно, нужно, ну, необходимо, да, чтобы кто-то мог им и умел им это все рассказывать, показывать, как нужно делать, показывать, как правильно это делать, чтобы, опять-таки, некоммерческие организации региона могли и для себя, да, писать социальные проекты и привлекать, соответственно, деньги на решение каких-то проблем. Запрос очень большой, соответственно, специалистов не так много, кто может это все рассказывать и объяснять. Что самое важное, это правильно определить проблему, да, с которой ты собираешься работать. И то, что это должна быть не просто какая-то абстрактная вещь, да, а вполне логически обоснованная, существующая, вот, существующее несоответствие того, что мы хотим, и то, что есть на самом деле.